да, давайте что-нибудь другое. Давайте что-то такое 4 против 4. Бой чемпионов 4 игрока. Бой чемпионов 8 игроков. 2 против 2. Милость богов, командный бой. Ну, может, вот давайте попробуем 2 против 2. Меч Ориона. Обладающий магической силой меч, способный наносить урон на расстоянии, пригодный для совместной игры. Вот, вполне неплохой вариант. Поиск игры до сих пор длится, я правильно понимаю? В принципе, броня Тифона неплохая. Давайте я оставлю пока что то, что я вот выбрал, и сражусь просто на мечах на карте Водоворот Олекта вместе с Лазеран 18. Поехали. Shipwrecked far in the dark waters of the Aegean, the seething tempest appears at Alecto's bidding. Beware the tentacle fury that hides behind its swirling. Убивайте врагов, откройте ноги. Так, мы сражаемся против этих ребят. Ё-моё. Чё-то я как-то не уверен, что стоило нам это пробовать. Ну-ну-ну-ну. Да не, ну вы шутите. Но, ребят, дайте хоть что-то-то сделать. Офигеть, офигеть, просто невероятно. Ну, я не знаю, что сказать, что происходит, за что вот. О, господи, правда? Вот, вот таким моментом мне не хочется в Ascension играть, потому что что не делай, все не работает. Ну куда, ну вот как? Он не скидывается, меня скинуть можно. В чем смысл тогда? Не, ребят, какой там восхождение на Олимп? Это настолько просто неинтересно. Вот серьезно, вот смысл мне играть в это? Да. Да. Я не знаю, что сказать. Пожалуй, я в мультиплеер God of War Ascension просто не могу играть. Он не интересен мне. Вот серьезно, я лучше сингл поиграю. Зачем? Для чего мне это? Серьезно. Давайте еще один матч и все. Не, это даже не интересно. Я на 6 уровне и уже скучно. Реально скучно. Не весело, не как-то не интересно. Вообще нету интереса. Ну то есть, серьезно? Магия там и все вот это. Не знаю. Даже если бы я выиграл, честно, меня под скорее всего достало уже. Ладно, еще одна интересная карта, Стены Трои. Я же ее еще не видел даже никогда. Но честно сказать, как-то не прет, вот вообще не прет. Так, ну наконец полноценный командный бой. Прям полноценнейший, который может быть, наверное. И стандартный самый мой, наверное, любимый режим, потому что он, в принципе, не делает узких рамок тебе. Поехали, оказывается, мы будем втроем против четырех. И все зависло. А Лазеран бежит в стену. Классно. Все зависло. Я не шучу. Отлично. Отличная игра. Ты вот хочешь, чтобы я в тебя играл после всего этого? В Uncharted 3 все делалось быстро. При том, что игра была, конечно, поганая. В Uncharted 2... И игра сама, сам мультиплеер. И подбор был очень хороший. Сейчас он удовлетворительный, потому что в Uncharted 2 мало кто играет. Но при всем при этом он офигенный. Если вы найдете игроков мультиплеер Uncharted. God of War Ascension. Я так надеялся, что все хорошо будет. Но это не так. Ну что ж, давайте дадим мультиплееру God of War Ascension все-таки еще один шанс в следующем видео. Благодарю вас всех за внимание, оставляйте лайки, комментарии, очень приветствую это. С вами был Ром Лири, и до скорого.